Окей. Так. Аптечка. Полный комплект патронов. Хороший рюкзак. Хорошая переноска. Мосинка. Вау, даже с мушкой. Офигеть. Может, мушку снять стоит? По-моему, из мосинки лучше стрелять без мушки. Но я могу ошибаться. Где мы? Окей, я потерялся. Это гнездо снайпера? Нет? Я не знаю, где нас заспавнило. Вот это бункер. Вот там снайпер живет. По-моему, его дома нету. Да. Время? 32 минуты. Помним, как ты тетку убил, русский убийца. Тетку? А где Спайр? Спайр закончился, а мы играем в Тарков. Спайр будет завтра. Мы могли бы стримить эксклюзивно Спайр. То есть я, наверное, могу и 5 часов в Спайр играть. Но мне кажется, что намного лучше добавлять какую-нибудь вторую игру. Не знаю насчет Таркова. Тарков мне нравится пока что. Окей. Мне надо чуть погромче сделать один момент. С мосинкой в этом корпусе, конечно, делать нечего, честно. Но с другой стороны, она ваншотит. И она ваншотит, может, даже через броню. Айзек. Не, я не уверен, что я хочу играть в одни рогалики все время. Без остановки. Хочу попробовать что-то другое. Ну, опять же. Рогалики — это круто. Но все равно. 4 часа Спайра, 1 час Тарков. Ой, Варлок. Как проходит самоизоляция? Нормально. Айкунка, спасибо тебе огромное, чувак. Спасибо тебе за донат в 666 сердечком. Огромный, гигантский донат. Я тебе очень за него благодарен. Я буду честен. Я, наверное, его удалю, этот донат. Я все собираюсь никак. Или хотя бы надо его сделать потише. Спасибо тебе большое за донат. Слушай, самоизоляция идет отлично. Я сижу дома. Единственные места, куда я ходил, это к Жене в гости. Ну и Женя в гости ко мне приезжала. Но мы оба сидим дома, она тоже не работает так же, как я. Поэтому я, ну, шансы нам друг от друга чем-то заразиться, они минимальные. Я стримлю. То есть сейчас много стримим, каждый день. Я видел твои комментарии на Ютубе. Да, стрим каждый день, я выкладываю эти все записи на YouTube-канал. Мне очень нравится стримить каждый день, я привыкаю. Честно тебе скажу, не хватает часов в рабочем дне для того, чтобы сделать все, что я хочу. То есть у меня столько планов для стрима, столько разных фишек я хочу сделать. И донаты перерисовать, и вообще много-много-много всего. Но... мне просто не хватает времени. Я же стараюсь еще тренироваться по утрам. То есть можно не тренироваться по утрам. Это дикий там ходит. Я не буду его убивать. Он будет нам охранять вход сюда.
столько всего нарисовать хочу. Те же вот мемасики там, которые какие-то на стримы я рисую. Там, где этот... Ты был избранником! Это все надо делать. То есть я где-то с утра просыпаюсь, тренируюсь, потом завтракаю. И потом сразу сажусь за компьютер, начинаю нарезать видосы с прошлого стрима и так далее и тому подобное. И... Йоу, электрод, горячий электрод. И потом занимаюсь рисованием каких-нибудь плюшек. В общем, изоляция проходит активно. Я не... Стараюсь максимально... Мы обычно про это все не говорим, но раз ты задал вопрос, почему бы уже не проговорить? Максимально... задействовать себя целый день. То есть я стараюсь так, чтобы у меня не было свободного времени. И у меня получилось. Я говорю, что у меня этого времени тупо не хватает. И это хорошо, наверное. Я хотя бы не сижу, не хандрю. Потому что я созваниваюсь с коллегами, которые, ну, со мной работали в магазине. Магазин-то закрыт, все. И неизвестно, когда мы откроемся. Они дома сидят, им, блин, вообще нечего делать. Ключ от... комнаты в общежитии 105. Видишь, я не знаю, какие ключи сколько стоят, но ключи это всегда ценная штука. Вот, так что, Айкунка, у меня вот так дела. Я знаю, ты, наверное, вообще не это спрашивал. Ты, скорее всего, не это хотел услышать, но... Чего бы и нет. Раз поговорили, так поговорим. Вообще, как-то странно у нас получается, что Тарков-то больше разговорный стрим. Хотя Тарков намного более напряженная игра, чем... Спайр, так-то, по большому счету. Рад слышать. Я как-то много работаю в этой изоляции и не попадаю на стримы совсем равно. Короче, PS донат не трожь. Айкунка, спасибо тебе огромное за донат 666 сердечком номер 2. Это жесть, чувак. Спасибо тебе просто гигантская за помощь, за поддержку. Это очень-очень много. Это много для меня значит. Спасибо тебе. Благодарю тебя за то, что помогаешь стримам быть каждый день регулярно и всегда. Спасибо тебе огромное. Я, конечно, уже не так испугался второй раз, но сердце у меня немножко стучит. Поэтому... Я понимаю твое желание, чтобы я не трогал донат. Я подумаю по этому поводу, я, может, его чуть потише сделаю. Потому что нервные клетки не восстанавливаются. Удачи тебе на работе. Работа на изоляции — это вещь, которая все-таки... Ну, блин, после того, как я остался без своей основной работы в торговом центре, ты знаешь, я очень за ней начал скучать. То есть раньше у меня влом было ходить утром на работу, даже несмотря на то, что я очень... любил ту работу, но сейчас я без нее остался, и не знаю, навсегда или на время. И, блин, мне теперь хочется на работу. Вот такие двойные стандарты. Поэтому, ну, чувак, всегда тебя буду рад на стримах видеть, в комментариях на ютубе. Приятного тебе просмотра. Если ты пропускаешь стрим, все стримы всегда выходят на ютуб. Я все выкладываю. У нас там сейчас, да, большая задержка с выкладыванием видосов на ютуб. То есть они где-то на неделю отстают от стримов. Но, тем не менее, выкладывается все. То есть, ну, я бывает, максимум, что я могу вырезать, это какой-нибудь короткий забег к Slay the Spire. Ну, там, где мы на первом этаже сдохли. То есть, например, весь сегодняшний стрим по Slay the Spire. На самом деле, я его, скорее всего, выложу просто одним большим видосом, трехчасовым или четырехчасовым. И все. Желающие смогут посмотреть. Так, нам нужно освободить место в самой сумке. 83 евро. Так что да, если ты пропускаешь, то всегда доступны записи. Так что приятного тебе просмотра. И на Твиче записи тоже хранятся. Но они, правда, без партнерки хранятся всего неделю. Поэтому ненадежное место пока что без партнерки для хранения каталога твичевых записей. На Ютубе все будет. Когда Тарков на Ютабе? Тарков на Ютабе я не знаю, буду ли я выкладывать. Его там никогда не смотрели особо. Ну, тоже, наверное, недолго выложить. Наверное, выкладывать буду. Сейчас мы там довыкладываем Legends of Keeper. Просто у меня сейчас так получается, 3 видео в день выходят. 2 раза выходит Spire. И
один раз выходит какая-нибудь другая игра. То есть там Legend of Keeper. Legend of Keeper, да, выходит до конца, а потом, наверное, будем выкладывать Тарков. Ты правильно говоришь. Нет смысла не выкладывать. То есть у меня есть эти видосы, куда их хранить? Почему бы их не выложить? Это абсолютно правильно. Я глупость говорю. Не обращайте на меня внимания. Я сдурел от 4 часов Спайра подряд. Ну, блин, как классно мы поиграли. Я много дешевого, хорошего лута. Да, это немного. И что за хрень? Блок питания? Блок питания. Этот корпус мне очень нравится. Мне очень нравится сюда в Таркове ходить. Здесь никого никогда нету. Здесь нет супер дорогого лута. Но здесь, например, вон. Хо-хо. Это что за хрень? Настоящий стеклоочиститель. Господи, 2 стеклоочистителя. Что еще нужно для счастливой жизни? Ты уже сдурел от 20-ки. Мне нравится. Slay the Spire — это та игра, в которой я не расстраиваюсь от проигрышей никогда. Ну, как я расстраиваюсь? То есть, если... я не могу не расстраиваться. Это физически невозможно. Еще один глушитель. Вау. Это второй глушитель подряд здесь, да? В натуре еще один глушитель. Они стоят, как крыло от самолета. Подожди, а это... А, этот складной целик. Я думал, это что-то хорошее. Плюс в каждом компьютере всегда может быть флешка. Тарков что ли релизнулся, или у тебя все неизвестно? Не-не-не-не-не. Тарков не релизнулся, у меня неизвестно, потому что был патч с вайпом, и я после патча не играл. То есть считай, что у меня новый персонаж. Он нулячий, у меня все закрыто. Что-то там 4-й уровень, по-моему. То есть абсолютно ноль. Пора выходить. У нас есть лут. Немного, но есть. Как бы жадность, она тоже ничего хорошего. Тут был дикий, можно пожадничать дикого убить. Но с другой стороны, нам некуда складывать. Дикие твои друзья. Ну, технически, да. Ладно, пойдем отсюда. Оп. Труп посреди дороги. У диких может быть топ-лут. У меня полная вот эта вот. Там труп валяется. Топ-лут у ЧВК. Да. Мы, между прочим, на вот этом аккаунте за 2 дня сделали 3 килла ЧВК. Что очень похоже на засаду. Но. Жадность. Кто-то снял дикого и оставил его лежать. Даже не обыскал. Что абсолютно возможно, но, блин. Рядом может кто-то. Но я не слышал выстрелов. Выстрелов не было. Мы бы услышали выстрел даже под дождем. Одну секунду. Шел и упал просто, да? Тарков — опасное место. Шел, упал. Скорее всего, глушитель был. Но если глушитель, то они... Они бы даже не стали лутать. Ну, глушители — это топы ходят с глушителями. То есть какой смысл им лутать дикого? Ну, они смотрят карманы, достают из карманов там, ну, какие-нибудь дорогие шняги, которые в кармане у дикого могут быть. И идут дальше. Они не будут оружие забирать или чего.
Вау, не залутано. Очень редко эти ящики не залутаны. Прицел, по-моему. Дропни. Дропни. Вот это. Круто. Топ-лут. Нормальный лут. У нас 200 тысяч чего-то в кармане. Кстати, где у меня выходы? Маяк и разрушенная дорога. Так, подожди. А я не знаю, где выход маяк у диких. Патроны дробовика не нужны? А вдруг его придется использовать? Да, прицел. Выпей энергетик. Это было был правильный совет. Выпить энергетик — это отличная идея. Чат, мне нужна помощь. Где выход маяк? На берегу? Где-то. Я там ни разу не выходил. Прицел на дробовик поставить? Не-а, не ставится. Маяки обычно на берегу стоят. Ну, логично. Ничего не скажешь. Знаешь, что не надо? Мне кажется, я представляю, где. В ту сторону, там на побережье. По-моему, там такой, как полуостров есть с маяком. Опять же, я просто ни разу там не выходил, поэтому... Поэтому у меня сомнения. Тарков убивает зрителей. Да, Бас, не знаю. Моим зрителям не очень нравится Тарков. Но, с другой стороны, Тарков крутая игра в любом случае. Мне она очень нравится. Какая карта? Это берег. И это выход диких. У ЧВК, насколько я знаю, на маяке нет выхода. Можно туда еще наверх зайти. Жадность. У нас нет топ-лут. Но у нас хороший лут. Мы с этой мосинкой можем спокойно ЧВК сходить потом. Плюс броня. Покоцанная, но неплохая. Окей. Мы тихонько заглянем вот сюда. Просто понаблюдаем за происходящим. Стрельба в той стороне. Там кто-то был. Слышишь? Стреляет. Там... Как минимум двое. Я уверен, что я попал первый выстрел, но... Видимо, я ошибался. Мы сделаем фланг. Выходящая к морю. Будет речка, выходящая к морю. Спасибо, спасибо большое, китарики. Я просто отвлекся на этот, ну, на стрельбу. Делаем фланг. Здесь, по-моему, есть подъем по камням. То есть мы поднимем. Место на диске кончилось. Окей. Где-то здесь есть подъем наверх. Я точно не помню, где. Или я путаю.
Надо было с пластинки мушку снять. О, господи, я думал, что это чувак. Вот подъем наверх. Да, Баз, мы когда-то в Ганже на стримах играли, как в Спайр. Типа, вот он. Окей. Я не ошибся. Мосинка без мушки топ. Окей, я передумал. Мы уходим. Благодарю вас за внимание. Мой план зайти с фланга несколько провалился. Нога сломана. С другой стороны, ибо нехер. One shot, one kill. Два shot, два kill. Окей, там еще один. Окей, это дикие. Нам нужен 3 шот, 3 килл, пацаны. У меня сломана нога. Что это было, брат, не знаю. Окопы Сталинграда. Йоу, я ругнулся, чат, прошу прощения. Я не специально. Там еще один есть. Йоу, привет, Семен, Сакура. Да, мы снова играем в Тарков. Окей, мне нужно, чтобы у вас у кого-нибудь была... Ни хрена себе! Окей. Дробовик. Снять спрут. Дроп дробовик. Взять пар. Дроп броня. Взять броню. Одеть усы, конечно же. Дроп это. Это использовать. Сюда. Сюда. Бля, у нас есть хорошая пушка. Вау. Мы достали топ-лут. А нам просто надо валить теперь. Что это? Морфий! Окей, морфий просто использовать. Надо было использовать анальгин. Йоу, шина. Огонь. Ха-ха. Мы нашли все, что нужно. Где еще один? Это пушка, я не помню, как она. Это, короче, винтовка американская, которая...
Стреляет одиночными, но она очень сильна. Времени нет. 8 минут, мы успеем. Всегда есть время для последнего поцелуя. Где он? Все такое черно-белое. Ну да, дождь идет. Я схавал морфий. Семь минут. Я знаю, что жадность. Но у меня написано «Самый жадный Тарков». Я должен повиноваться. Испуганные деньги не делают деньги. Кто не рискует, тот не пьет. Кого? Что за хрень? Очень странно. Здесь 100% кто-то был. Может, это был дикий игрок? Это, скорее всего, был дикий игрок, который свалил. Так. Там был, кто в нас стреляли, окей? Тебе нужно ровно направо сейчас бежать. Это ни о чем не говорит. Здесь нет направления направо. Кто погибает, тот пьет воду в схороне, чтобы восстановить пищу и гидрацию. Правда? 5 минут. Я все еще не знаю, где маяк. Речку. Вот это маяк. Вот это маяк, товарищи. Четыре минуты. К нему выйти через этот полуостров? О, господи. Я не знал, что к нему надо идти через, блин, грёбаную вот эту хрень. А-а-а! Жесть. Окей, это моя ошибка. Я беру на себя F. Будем, пожалуйста, не стреляйте в меня никто. Не делайте этого. Твою мать. Здесь могут быть дикие. Мне нужен этот лут, мне нужна эта пушка, это топовая пушка. На нее прицел? Да нет, у нее уже есть нормальный прицел. В нее можно зарядить нормальные патроны. С этой пушкой можно убивать топов, если нормальные патроны поставить. 3 минуты.
Говно, а не пушка, если что. Ты ошибаешься. У нас у всех свои тактики и способы игры в Тарков. Для старта это топовая пушка. Я имею в виду, понятно, что есть пушки там за 500 тысяч, которые лучше. Для дешевых оружий это самое лучшее. Нет ничего лучше этой пушки из дешевых. Ну, можно поспорить, калаш нормальный, но она очень удобна для новичка в использовании. Она мне очень нравится. Наверное, мое любимое оружие. Это сделали. 2 минуты. Чат, зря волновались. Новичок со стажем. Ну да, но я же давно не играл. Йоу, чат, мы это сделали. Топовый рейд. Победа. Специально для вас. У меня уровень, да у меня даже 10 уровня нет. У меня вообще никакого уровня нет. Я... Огонь. Полные карманы лута. Это самый лучший наш рейд. У нас были рейды с киллами. И у нас были рейды, где мы тоже лутали хорошо. Но это самый лучший лут, который мы вытаскивали. 100%. И нам не просто пушка. Это пушка и 2 полных магазина на нее. То есть с ней можно смело идти. Hollow Knight сейчас прохожу. Hollow Knight я смотрел. А, у нас еще была дрель, но я не знаю, сколько стоит дрель. Дрель стоит 45 тысяч, если ее продавать. Но мы ее оставим для апгрейда базы. Нет! Что за хрень? Эй, меня выкинуло из игры? Сейчас нам засчитается этот... поражение. Вот я буду ржать. Сейчас напишут, вы этот погибли в рейде. Что происходит-то, Тарков? Тарков, я убью тебя. О, господи, вылетел. И это был рейд за дикого. То есть... сейчас все вещи пропадут. За дикого нужно перекинуть все в инвентарь, чтобы оно сработало. Смотрим. Игра загружается. Если у тебя лут не сохранился, у тебя дикий будет следовать в таком же луте. Да. Мы потеряли весь лут. Мы только что все потеряли. Абсолютно все, что там вытащили. Вау. F. F дикому, он был герой. Это был лучший рейд. Неважно. Неважно, что мы все потеряли в этом рейде, что мы оттуда ничего не принесли.